Выставки, экскурсии, интересные мастер-классы, кинопоказы. По традиции художественная галерея в преддверии праздничных дней готовит для горожан насыщенную развлекательно-познавательную программу для детей, взрослых и семейного досуга. В этот раз майские праздники в галерее посвящены 9 мая. В разноплановости событий участвуют и занятия, посвященные Великой Победе для детей, и творческие мастерские, и наши выставки, которые тоже стали частью этих событий, и, конечно же, кинематограф, который мы собрали специально для этого праздника. Творческие мастерские сотрудники галереи организуют каждый день. Занятия для свободных посетителей проходят в 12 часов. Для коллективных заявок нужна предварительная запись. На творческих мастерских ребята своими руками создают праздничные тематические открытки, а также композиции в смешанной технике. Кроме этого, для мальчиков и девочек младшего возраста ежедневно проводят познавательные занятия «Детям о победе», а также показывают сборник анимационных фильмов в рамках проекта «Мульт в кино». А для взрослых майские праздники – это последняя возможность посетить 4 выставки, которые сейчас проходят в художественной галерее. Майские праздники – это как раз финальная точка с выставками, которые к нам приехали из Нижнего Новгорода, из Москвы, поэтому есть возможность, приходите, смотрите. После майских праздников мы уже будем заканчивать общение с этими выставками. Большая кинопрограмма также посвящена Дню Великой Победы. На экране в художественной галерее показывают советские киноленты о Великой Отечественной войне. В основном это фильмы 40-х годов прошлого века, снятые во время войны или сразу после нее. И здесь не только драмы, но и комедии, которые тогда служили для поднятия духа фронтовиков. «Воздушный извозчик», «Беспокойное хозяйство», «Небесный тихоход» и другие. Все ретроспективные фильмы этой праздничной недели мы показываем совершенно бесплатно. Поэтому мы приглашаем молодежь, которая может посмотреть эти фильмы на большом экране. Часть из них идет в восстановленной версии и даже не только оцифрованной, но и цветной версии. В воскресенье 7 мая покажут сразу 2 военных фильма «Беспокойное хозяйство» и «В 6 часов вечера после войны». С афишей майских праздников в художественной галерее можно ознакомиться в группе ВКонтакте или на информационных стендах галереи. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.